Re. Viss ēters ir te. Да, вот, кстати, почему именно дети, все начинается с детства, почему дети любят гулять по заброшенным стройкам? Вот у всех же так было, ребят. А потому что там обычно запрещают гулять, а все-таки запретный плод сладок. Да, я сам помню, в детстве находился на таких территориях и гоняли нас люди, которые охраняли их. Помню, было очень опасно. Ну вот только что мы посмотрели сюжет о сталкере, о человеке, который исследует наземные заброшенные территории. А сейчас мы поговорим с диггером. Это человек, который занимается как раз всем подземным. У нас сейчас по скайпу на прямой линии Родион Родионов. Это активист команды «Поместа Латвия». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, может быть, вы немножко о своей команде расскажите, почему такое название «Поместа Латвия», да, покинутая, оставленная, заброшенная Латвия, есть какой-то ключ в названии? Ну, так получилось, что просто «Поместа Латвия» организовывает несколько команд себя, да, содержит, да. Я изначально был немного в другой команде, и потом меня пригласили подключиться к этой команде, и я тоже активно стал частью команды заниматься объектами, поиском. Название, в принципе, образовалось легко. Покинутое Паместа. Соответственно, покинутая Латвия. То есть те места, которые люди покинули. Соответственно, вот и образовывает все название. Родион, вот Алена уже сказала, что вы диггеры, те, которые исследуют подземелья, подземные туннели, наверное, бомбоубежища. Почему именно этот выбор, а не заброшенные, допустим, индустриальные объекты, которые находятся на земле, над землей? Технически, мне кажется, да, у нас... Ну, просто вот интересно, действительно, почему люди некоторые выбирают индустриальные объекты, которые находятся над землей, а других тянет под землю. Мне бы, допустим, как такому настоящему клаустрофобу было бы очень тяжело пойти под землю. Я даже вот в Киеве, находясь в Печерской лавре, так и не смог спуститься туда. Давай и убежал. Все карты на чистоту открывать, когда речь шла о том, чтобы действительно снимать сюжет Андрею со сталкером. Со сталкером, либо с диггером, да, Андрей сказал. Я выбрал сталкера, конечно. Никаких диггеров, да? Никаких. Но мне кажется, здесь все-таки секрет в том, что для многих людей то, что находится под землей, это не видно, это незаметно. И ты не представляешь вообще, сколько метров глубины, да? А над землей все-таки мы видим какую-то конструкцию. У нас, кстати, Родион вновь на связи появился. Родион, как связь? Все в порядке? Да, мы восстановили мы соединение и как раз вот продолжили, или вернее закончили на той мысли, почему вы выбрали подземелье, почему именно это вас привлекает, это откуда-то из детства идет. Ну не только подземелье, на самом деле, интересуюсь всеми заброшенными местами, которые были, да, это какие-то наземные строения и подземные, конечно же, то есть все разное то, что покинули люди. Но вообще Рига, на ваш взгляд, богата на такие места? Ну и вообще Латвия? Латвия достаточно богата, около 200 объектов, в принципе, но сохранилась очень маленькая часть этих мест. Какие? Расскажите, перечислите, что это за объекты? Да, сейчас прямо, Алена, тебя взяли и раскрыли все карты. Нет, ну... Сталкеры так не делают. Нет, ну есть самые известные места, я думаю, о которых, ну, может быть, даже глупо умалчивать, знают более или менее все, там, туннели известные рижские. У вас сейчас идет строительство Rail Baltica, и ваши коллеги там с одного портала, не буду упоминать какого, написали супер статью о том, что под вокзалом обнаружено атомный бункер обнаружен, да, и большое количество асбеста. То есть, ну, как бы, репортаж высосан с пальца. Но если интересно, на самом деле у нас на сайте тоже есть материал оттуда, с этого места. То есть под железнодорожной станцией находится советское убежище, я бы сказал, бункер связи. И вот он сейчас активно демонтируется. Мы там были еще 2 года назад. Если говорить о туннелях, да, тоже очень такая интересная тема. Вы не можете не называть конкретное место, но все-таки самый протяженный туннель, который вы знаете, который находится в Латвии, подземный? Ну, наверное, один из протяженных туннелей находится под заводом рижским одним. Мы иногда туда тоже возим экскурсии. Это, наверное, самый мой любимый протяженный туннель. Ну, вот именно в Риге, который находится. Сколько километров он длиной? Он полкилометра где-то длиной, в общем.
А можете ли вы тайну открыть, как вы туда попадаете? Ну, в основном, я не знаю, это люки, это всегда запрещенные какие-то объекты, это надо договариваться, это известные места проникновения. В основном индивидуально, зависит от места. То есть мы приезжаем на место, смотрим, какие есть возможности туда попасть, и уже индивидуально делаем обход, смотрим все возможные варианты, выбираем наилучший и пробуем. Если получается, проникаем, производим осмотр, если нет, то пробуем еще, либо ищем хозяина, с кем можно договориться, потому что все-таки каждая недвижимость в нашей стране кому-то принадлежит, нету ничего бесхозного. Говоря еще об очень интересных местах, о туннелях, вот, Родион, вам известно что-нибудь о туннеле под Даугавой? Под Даугавой? Ну, технические туннели присутствуют, да. То есть можно перебраться с берега на берег под землей? Не очень комфортно, но можно, да. Но там, на самом деле, кабеля идут. Ну да. Как бы, и пройти просто так не получится. Но если вот прям вот очень надо, то можно. А правда ли, что есть какой-то кодекс диггеров, который вы соблюдаете очень строго? У нашей команды, да, есть кодекс. То есть мы ничего не берем с мест, не воруем и не разглашаем также места. Стараемся не разглашать хорошо сохранившиеся места для того, чтобы они сохранились дальше в таком состоянии. А почему ничего не берете? Я знаю, что многие, наоборот, хвастаются находками. Это даже могут быть и клады. Ну, как бы, по факту это воровство. А, Родион, у нас есть в Латвии черные диггеры? Есть, конечно. И их, наверное, больше, чем белых, да? Ну, да. На самом деле, очень много ребят, которые называют себя диггерами, но просто, на самом деле, ходят с фотоаппаратом, с телефоном и фотографируют просто заброшенные места. И при этом еще воруют, обворовывают и демонтируют объекты. Поэтому, как бы, ну... Как-то так, у нас такая тенденция в стране в основном. Вы сказали, что вы ничего не берете, да, но наверняка вы многое видите. Что-то, что вас удивляло? Поражало. Бывали моменты, когда приходишь, допустим, на завод какой-то, да, а он буквально вот, ну, 2 недели назад как заброшен. Остаются полностью целые электроприборы, полностью рабочее электричество, работают, допустим, выдвижные ворота. Ну, то есть люди вот просто взяли и оставили. Потому что завод, допустим, был продан, а пока там это все, юридическая часть решается, кому что принадлежит, соответственно, территория неохраняемая, полностью доступна. И поражает то, что люди просто ничего не берут, оставляют все как было, и ты приходишь, реально цветы растут, свет везде горит, на проходной ворота открываются, ходи, гуляй, никого нет, людей. Но никого нет, да. Вот хотелось бы возвратиться к такой больной для меня теме, это туннели, потому что я очень боюсь замкнутого пространства. Вот как у вас с этим? Это можно натренировать? Потому что, как мне кажется, когда находишься под землей, когда все темно, когда довольно узкое пространство, как не запаниковать? Как держать себя в руках и оставаться спокойным? На самом деле, я с детства всегда так не очень любил темноту, но со временем, да, я это натренировал, и тренировал я таким образом, просто ходил, лазил, выключал фонарик и стоял в темноте. И до тех пор, пока тебе не становилось комфортно. И вот когда тебе становится комфортно, и ты понимаешь, что ничего страшного, тебя никто не съел, ничего с тобой не произошло, просто нужно двигаться дальше. И вот так вот раз за разом, и все, страх пропадает. Потому что иногда, с высотой. Потому что иногда смотришь, ну, очень популярные видео на Ютубе различных блогеров, диггеров, ну, в основном не латвийских, украинских, российских, но там аж прямо дух захватывает, смотреть невозможно, потому что такие узкие пространства, и не понимаешь, как они оттуда, ну, выкарабкаются из этого, да, туннеля. Ну, это дело привычки. Если люди этим занимаются часто, то ты привыкаешь. Ко всему в нашей жизни привыкает. Поэтому так и с подземельями, так и с высотой. Все то же самое. Страхи, они идентичны. Борьба с ними одинаковая. Родион, вопрос догонку. Признавайтесь, вы встречались или под землей, или в заброшенных объектах с сущностями или потусторонними силами? Были такие моменты, когда вы понимали, что кто-то все-таки там находится, но вы этого не видите, конечно? Ну, если не считать бездомных и котов, то не встречал. Очень жаль. Ну что, нам... Да, спасибо большое. Это был Родион Родионов, активист команды «Памаста Латвия». Нам пора заканчивать. Мы поговорили об индустриальном туризме в Латвии. Да, сейчас мы сделаем небольшой... Экстремальное занятие. Небольшой перерыв, поэтому надолго не уходить.